44 участка автомобильных дорог общей протяженностью более 30 километров запланировано отремонтировать в этом году. Причем 6 из них были выбраны по результатам голосования на портале «Добродел». Отрезки, где работы уже сделаны, подлежат строительному контролю. У нас подтверждается по результатам геометрические параметры автомобильных дорог, в том числе площадь. Проверяются поперечные уклоны, продольные, ровность покрытия, а также коэффициент сцепления колеса с покрытием, специальным устройством. На особом контроле у главы округа Андрея Иванова находится реконструкция крупного объекта улицы Чистяковой. По словам Сергея Патушенко, работы там ведутся в штатном режиме и должны быть завершены до наступления холодов. План у нас глобальный – это обеспечить открытие движения по этой дороге в полном объеме до Нового года, открыть рабочее движение. Значит, на сегодняшний день пока я не вижу к этому каких-то существенных препятствий. В настоящее время у нас активно ведутся работы по переустройству коммуникаций. Часть из них уже выполнена, высокий процент готовности, в частности, по электрике, по связи, там готовность 90-100% примерно. За последние 3 года общие объемы ремонтных дорожных работ значительно увеличились. Приоритетными задачами на будущее стали включение в план ремонта новых участков дорог, которые были выбраны по итогам голосования на портале «Добродел», а также завершение начатых работ с сохранением запланированных сроков и высокого качества. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».